Шлем обратно. Такой вот, это рупор. Вот так вот он был. Для начала очищаем само место от клея. Блин, фокус. Вот. Очищаем чуть-чуть. Чистили, чтобы его видно не было. Вот такой у меня ацетон есть. Вот. Носим здесь, обезжириваем. Там место склейки, вот здесь вот обезжириваем. И вот буду клеить таким клеем. Блин, уже потек он. Короче, вот таким. Вот резиновый клей. Вот, все, я наношу. Главное не заляпать колпачок, чтобы не испортить внешний вид. Вот. И вот так вот. Идем, идем, идем. И пока не дойдем. Льем не жалею, честно. Просто льем не жалею. Так, просмотрим, чтобы был везде клей. И он нанесен везде. Так, клей закрываем. Это аккуратненько кладем, чтобы не мешалось. Так, не заляпалось. Так, теперь беру телефон и приклеиваем аккуратненько. Аккуратно. О, четенько. Прям четко зашло. Вот так проворачиваем, чтоб оно. Проворачиваем. Так вот, хоп-хоп-хоп. Подергали, подергали. Подергали там. Подергали. Ну и все. И главное, прижимаем. Я взял магнитную систему от своего самодельного динамика, так как она вообще четко подходит. И она четко прижимается, не колпачок не гнется. Все. Ну вот, вот так вот. Четче положить, чтобы она равномерно приклеилась. Вот, вот так вот. Все. Оставляем на день, на целый день. Лучше на сутки. 20, то есть 24 часа. Вот так я приклеил себе колпачок, где Урал. Провинились и взяли дешманский китайский клей, дерьмовый, который не такой вот резиновый, как бы он похож на резиновый, но он отколупывается, то есть он затвердел, и он здесь отколупался, вот здесь вот. Сейчас все уже, это уже навечное приклеил.